смотрите, здесь еще не убрано, то есть все еще предстоит. А вот здесь, вот в этом палисаднике уже мешочки стоят, уже убрали. Эта тротуарная дорожка делит придомовую территорию в одном из микрорайонов Химок на очищенную от прошлогоднего мусора и на ту, которую грабли с лопатами еще не коснулись. По словам члена движения общественной поддержки социально значимых инициатив Ирины Шишниной, в период апрельских субботников еще не все дворы и парки успели привести в порядок. Но уже в ближайшую субботу на неочищенной территории высадится самый масштабный мусороуборочный десант этой весны. Уже в эту субботу, 24 апреля, состоится самый масштабный областной и городской субботник. Призываю всех горожан выходить на улицы. Я думаю, нашей большой дружной компании мы подготовимся к самому солнечному и теплому времени года. Принять участие в субботнике может любой желающий. Всем неравнодушным будут выдавать инвентарь в месте проведения уборки. Например, больше всего инструмента приготовят в парке «Экоберег» в микрорайоне Левобережный. 280 грабель, 100 метел, 2000 мешков для мусора. В парке имени Толстого ожидают около 1200 участников субботника. Также инвентарь подготовят во всех других крупных и малых зонах отдыха Химок, в том числе в парке Дубки, Величко, Подрезково и в других. Будут раздавать инструмент в ЖК «Город Набережных» и на Барашкинском пруду. Каждый желающий может прийти, житель нашего городского округа, может прийти и получить инвентарь. Абсолютно свободно, спокойно будут закреплены ответственные от комбината по благоустройству городского округа Химки. Также и сотрудники управления благоустройства, которые непосредственно будут курировать все мероприятия именно по сбору листвы, по сбору мусора на территориях. А также мы для себя предусматриваем еще грабление газонов, для чего, собственно, весь соответствующий инвентарь будет выдаваться. К субботнику обещают подключиться многие крупные и малые предприятия города. Торжественная часть массовой уборки начнется на территории стадиона «Арена Химки» в 10 часов утра. А затем люди разъедутся по различным уголкам Химок. Ориентировочно субботник продлится до 16 часов. Планируется, что в нем примут участие более 20 тысяч человек.